Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, что-то у меня там написано, что в коллекции новое что-то. А что тут у нас нового? Вот это вот все. А лишнее есть что-нибудь, нет? Наверное, нету. Ладно, не имеет значения. Так, давай смотреть ежедневки сегодняшние. Так, разыграйте 3 цветка. Нанесите 20 единиц урона героям ночным колпаком. И нанесите 20 единиц урона героям профессора мозговой атака. Так, за колпака. Давай сыграем, попробуем. Я уже за него 1000 лет не играл, если честно, я даже уже и не помню. Так, глянем, какая тут у него колода. Странно, зачем вот это вот все, мне непонятно. Блин, вот сюда бы в эту колоду-молекулярку бы, да? Кстати, вот этого можно взять. Этого можно взять вместо... Вместо кого взять-то его? Хороший вопрос, да? Вместо кого взять? Даже не знаешь. Блин, вместо этого, что ли, взять? Да, было бы, наверное, неплохо. Так, заморозка надгробие есть у нас. Вот этого, наверное, надо брать еще одного. Он один у нас всего лишь. Он у нас всего лишь один. Так, ну что, будем пробовать или как? Слушай, а почему у меня вот этот ландшафт, а вот этот я не взял? Короче, слишком много вопросов сейчас. Не до этого. Давай попробуем. Нам нужно нанести 20 единиц урона. Да, не лучший вариант, конечно, мне дали. Бесячество. Естественно, естественно, ребята, надгробие. Сам понимаешь, все как полагается. Все как полагается. Но ландшафта мне не дали. Мне также не дали здесь моего гриба, который шмаляет без остановки. Плохо. Ну, деваться некуда, будем пытаться. Этого в первую очередь на воду. Наверное, сейчас посмотрим. Бокшел. Бокшел, короче, чувак здесь. Он может вызвать, конечно же, своих этих голодранцев. Бесят. Такс. Ну, это, конечно, не самый лучший вариант. Если он решил сдаться. Хотя, почему решил сдаться? Может быть, у него просто зависла игра. Ну, халявная победа. Ладно, фиг с ним. Так, давай дальше. Заразительная сальса. Блин. Вот у этого-то как раз... У этого-то как раз есть атакующие, да? Элементы. Ну чё, ягоду поставим или как? Давай, наверное, ягоду поставим для начала. Дали виноград. Чё ты задумал, а? Сальца. Он никого не уставляет. Блин, я боюсь, у него ландшафт есть. Я боюсь, у него есть ландшафт. Давай проверим. Есть ли у него ландшафт? Если нет, то я, ребята, сделаю прокачку им. Раз он ничего не ходит. Вот, 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 я об этом тебе и говорил, что у него есть ландшафт.
Вот этого я и боялся. Так. Давай вот так вот сделаем. Неужели у него еще есть ландшафты, а? Слушай, он ничего не стал ставить. Он ничего не стал ставить. У него 100% есть молния, да? Ладно, давай проверим. Сейчас все равно сюда будет кого-то ставить. Или энергией бомбить. Одно из двух. Ну, заклинанием я имею в виду. Угу. Чего-то он ожидает. Чего ты выжидаешь-то, парень? Вот объясни мне, а? Я, кажется, понял, что у него кровавая луна, или как она там называется-то. Кровавая луна, да? По-моему, так она называется, или что-то в этом роде. Давай так проверим. Вот, видишь, что у него есть. Так, уничтожает. Плохо, ребята. Ну, зачем мне вот эти вот три? Давай сделаем так. Пускай там уничтожает или что хочет там делать, я не знаю. Меняет. И уничтожает. Блин, где мои ландшафты-то все, а? Не знаю, ребят. Так, ну это фигня все полная. Угу. О, как даже, да? Поехали. Ну, допустим. Так, типа тебе поставить нечего, да? Хорош пока с тебя. Ну что, сейчас кровавая луна? Или как? Призов трех гаргантюа, по-моему, там будет. Так, подхиляться решил. Тут понятно, он наносит 4 единицы урона. Так, здесь наносит еще 3 единицы урона. Ну и, соответственно, этого, конечно, уничтожит. А как же по-другому-то? Выпал! Давай сделаем вот так вот. Сейчас, ребят, 11 энергии ему нужно было для того, чтобы призвать этот... Блин, да ты запарил. Неужели у него этой карты нет еще, а? Угу.
Так, восстанавливает здоровье, да? Ты посмотри! Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Пока все. Больше ничего не могу сделать, ребята. Да он вот он серьезно, ребята, он уже припарил меня. Ладно, ждем. Че, кровавую луну хочет сделать? Безумие. Выкинем, короче, его. Не, парень, вот тебе. Он все потратил. Он все. Он думает, что все. Ну, смотри тогда, что мы сейчас тебе сделаем, парень. Смотри внимательно. И не говори, что ты этого не видел. Че, иди прочь. Так, вот сделаем. Случайного, ну давай. Пиу, пиу. Ох, ёк-макарёк, ребятушки. Так, ага. Я тебя понял. До свидания. До свидания. Блин, неужели победа будет за нами, а? Она должна быть, ребята. Так, сейчас у него защита срабатывает. Этого добьет, скорее всего. Еще вытягивает карту. Блин, ну зачем карту-то вытягивать? А хламонище-то несчастное. Блин, два этих выпало. Смотрим. Все как-то в разнобойку, ребята. Ага. А почему этого не стало? Я не знаю, ребята. Шикарно. Шикарно. Опа. Только в данный момент она мне как бы... Все, он сдался. Друзья, я одной единички урона не нанес, чтобы 20... Подожди, почему не нанес? Он нанес. По-моему, я прошел, должен пройти. Так, повышение, это все понятно. Да. А разыграйте 3 цветка. Нанесите... Блин, 3 цветка нужно еще разыгрывать. Ну что, 3 цветка. За кого? Где у нас там цветки? По-моему, у нас на бабахе есть цветочки, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Нет, у бабаха тут не цветочки. У бабаха тут орешки. Цветочки... Подожди. Ну да, цветочки есть у нашей зубостизилы. Ну что, попробуем? Зубостизилка, ну, в последнее время, ребята, у нее в мете она не катит. Не знаю, как насчет заразительной сальцы, но обычно не айс. Это вот, конечно, хотелось бы оставить у себя здесь. Ой. Ну, хотя бы добор дали, ладно. Опа. Ну, вот как так, ребят, ну, ну, как так-то? Только думал, блин, добрать. И на тебе, подстава такая.
Ну что, если я сейчас этого поставлю, 100% будет бомбить. Вот просто тебе говорю, будет 100% бомбашить. Тут пират? А, нет, тут вон кто у него. Все, я понял. Так, ну что, готовимся к призову, ребят. Даже поставить некого, блин, а? Давай так сделаем. Сейчас, если он уничтожит мне его... Пипец. Ага, вот так вот ты решил. Но даже, может быть, так и лучше, ребята. Может быть. Но это не точно. Его надо убирать, это однозначно. Тут как ни крути. Я думаю, не надо объяснять, почему его нужно убрать. Чтобы потом хуже не было. Так, ну что, он делает шаманство, видишь? Прибеднялся, блин. Типа карт у него нету, конечно. А вот этого нам сейчас, ну как бы совсем, ребята, невыгодно ставить. Он делает 4-4 абсолютно всех. Ну, как такое себе. А с другой стороны, вот эти будут у нас 4-4. Смотри, что творит. Ты смотри, что утворяет. Давай сделаем так. Че он там, бабахнет, наверное, по полной программе сейчас, да? Ага, пробить не получится, парень тебе. А мы залечиться, к сожалению, тоже не сможем, да? Мы можем поменять ландшафт. Мы можем поменять ландшафт. О, смотри, что творит. Ты смотри, что он вытворяет. Кого же ты туда хочешь поставить-то, парень? Скажи-ка мне на милость, а? Кого ты хочешь туда поставить? Я не знаю. Угу. Груша здесь пригодится, ребят. Грушечка здесь пригодится нам. Ну, сейчас он кого-то... Я, в принципе, догадываюсь, ребята, кого он может сюда поставить. Коробочика. Кого еще можно сюда поставить? А вот этого мы поставим вот сюда. Добор двух карт у нас будет идти. Но хотелось бы, конечно, вот этого поставить. Как раз бы орех бы получил, да? 4-4. И груша получила бы 4-4. То есть был бы вообще ништяк. А это, в принципе, не актуально, что он будет 4-4. Нам как бы это не к спеху. Че ты там, сдался, что ли, парень? Я тут уже планы разбросал, а он сдается. Тут и там. Понятно, ребят. Не доиграть не дал, короче. И это плюс, мы, считай, практически на хилах-то не сыграли с тобой. Так, а вот теперь как мне за профессора этого сыграть, за мозговую атаку? Я, ребят, ума не приложу. Я за него играть не умею. Но надо же учиться когда-то. Вот что у него тут? Вот, на чем играть у него, ребят? Вот скажи, вот на чем мне играть у него? Ай. Даже вообще никаких идей нету. Есть бонусные атаки, все есть. Но не то, что хотелось бы или нужно. Я не знаю, почему-то мне за него тяжело играть.
С чем связано, без понятия, ребят. Вот этот, например, вот нафиг он нам нужен здесь? Подрывник вот этот, да? Без понятия, подрывник нам нафиг не нужен. Вот этого. У меня вон кто, оказывается, есть. А что он у нас делает? При использовании все зомби лаборанта наносит бонус на атаку. О! При использовании все зомби наносят дополнительную атаку. Но это опять же лаборанты. Этих-то нафига столько, 4 штуки аж. Лаборанты, а этот зачем у меня тут? Вот этих 2. Котел зачем, блин? Кровавой луны аж 2 штуки. Лаборанты наносят бонусную атаку при использовании. Угу. Черт знает. Я даже не знаю, ребята, какую колоду ему сделать. Ладно, фиг с ним. Давай попробуем. Сейчас просто... Это, короче, на шару, ребят. Колода непонятно какая, не знаю. Не пытался, если честно, даже что-то сделать для профессора. Понимаешь, у него нету карт, которые могли бы, например, убить сразу же. Ну вот, например, зеркальный орех. Вот как ты его подобьешь? Никак. Ну, если только через этот, и то, если он прокачан будет. Я немножко в шоке, конечно, что мне тут дали. Хоть бы Эврику подкинули. Ну что это? Не, я тут проиграю, это однозначно. Ты к бабке тут не ходи. Ой, еще и... Одиночку, да, выкинешь? Слушай, ну неплохо, хотя бы так, ребят. Ну, конечно, он погибнет в следующей катке. О, а вот эта карта хороша. Ну, этому крышка, этому сразу смерть. Ишь, перестраховывается, ставит лужайку. Блин, он только после этого начинает. Все, ханаем. Халявщик фигов, а. Просто, ребята, халявщик. По-другому не скажешь. Иди ты со своим кактусом, козе, в трещину. Ландшафт появился у нас хотя бы какой-то. Интересно, он заподозрит? Ну, допустим. Такс. Что дальше-то делаем? Стенный орех размещай. Давай ему бомби прям в табло. Давай так вот сделаем. Еще энергию. Ребят, я остался без карт вообще. Понимаешь? Без карт. Так, он за орех наверняка кого-то поставит. Нет. Никого он не ставит за орех. Что он там получает? Хил.
защиту. Что он там? Ну, неужели что-то выпало, ёк-макарёк. Так, это же, по-моему, бьет. А, нет, оно чисто... чисто уничтожает растения. Можно было бы, конечно, в лицо. Помнишь, есть такие ракеты, которые бьют... в лицо. Смотри, 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 начинает чудить. Начинает чудить, паренек. Так, давай карту. Дерьмо, а не карта. Отрыжка 4-6, отлично. О, все, ребят. Ну, тут приплыл паренек. Колорник, 1983 год. Я так понимаю, это год рождения его, да? А я не сомневался, ребят, что так и будет. Вот, нисколечко не сомневался. Нисколечко не сомневался, что так и будет. Ну, нормуль. Две единички урона, да? Ему нужно всего лишь нанести две единички урона. Хорошая карта выпала. Блин, надо было мне вот этого сюда... сейчас бы сюда бы... оп, и уничтожили бы этого хламона к чертовой бабушке. Да, наверное, я не буду пока ничего делать. Орешки выставляешь, да? Молодец какой, а. Какой ты, блин, молодец. Давай его сюда, на передний план. Ну и, в принципе, все, ребят. Дальше уже панторезы идут. Лаборант выпал. Конец игры, он выпал мне. Нафиг он мне нужен? Лаборант. Ребят, ну это чисто случайность. Я еще раз повторяю, за профессора я играть не умею. Была колода солянка, но, как видишь, получилось все. Ух, получилось все. Почему мы не нанесли 20 единиц урона? Скажи-ка мне на милость. И я думал, что мы ему прокатили по полной программе. Особенно, знаешь, что меня добило? Когда у нас практически не было карт в руке уже, да, все, по нолям. Мне выпадает добор. Вот это мне понравилось. Ну, добор я имею в виду, где один бесенок, гаргантюа и зомби. То есть, вот вовремя выпало, как раз когда у тебя много энергии. То есть, есть, как говорится, как разгуляться на поле боя. Но я единственное, что не понял, что... у ореха была заколода. Что он хотел вообще сделать этим? Вот, честно говоря, не, вот, вот этого я не понял. Так, ну что? Если я этого поставлю, 100% он поставит мину. Но проверить все равно стоит. Обычно он мину ставит. Всегда сюда. Если есть горячка, ставит горячку. Нет, ничего не ставит. Странно. Странно удивлен я немножко. А этот-то мне нафига здесь нужен? Давай вот так вот попробуем. Что ты мне дашь? Давай нормальную карту втягивай. 50-50. Так себе. Не сказать, что супер карта. Ну вот, 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 ребят, видишь? Видишь, что он вытворяет? Так, а если я вот этого поставлю? Бомбанет он его, наверное, да? Давай вот так вот. Да ядрен ты, матрен, а? Давай так сделаем, фиг с ним.
Эх, в холостую. В холостую. Сейчас, если мина горячка есть у него, он ее может вот сюда поставить. Че? Переместил. Угу. Как-то, честно говоря, не ахти. 14 уровень, но я понял, почему он теперь этого поставил. Ладно. Теперь я понял. Так, у нас есть добор, но я, наверное, поставлю вот так. Карту в любом случае мы с тобой получим. Убить он не уничтожит сейчас. А карта на халяву не помешает. Слушай, какие-то стандартные он эти. Вот это глупо было. Вот это было очень глупо. Ну, 14 уровень, видимо, новичок какой-то. Осуждать не будем. Он просто не захотел получить урон, поэтому воспользовался, ну, тем, что у него было. Давай вот так вот поставим. Понимаешь, дело в том, что не убив вот этого зомби, заклинаниями не воспользоваться. То есть они все прикрыты. Чего бы ты тут ни делал, хоть грипп апокалипсис употребляй, хоть я не знаю. Ну вот единственное, что вот так вот он может делать, и все. Ну, этого уничтожим, этого мы уничтожим. Сами, конечно, погибнем, но добор карты у нас будет, понимаешь? Три в лицо он еще получит при этом. Чего вытянешь? Такое себе наслаждение, ребят. Ну что тут скажешь? Я ничего, ребят, пока делать не буду. Хотя вру. Буду. Почему я этого поставил? Смотри, он бьет, у него срабатывает защита. Я надеюсь, что он сработает. Прекрасный набор мне дали. Блин, почему здесь-то сработало? Ну, это сейчас пробьет в любом случае ему 6 в лицо. Даже если бы у него тут защита или броня бы стояла. Все. Проиграл он, короче, эту катку. Проиграл он эту катку, ребята, потому что бонусная атака есть, и не он ничего не сделал здесь. Ну вот, только единственное, что тебе остается вот так вот. Ну давай, наноси, видишь? Видишь, сколько у него заклинашек было? Ну что ж. Делаем легко и просто. Все, проще пареной репы. А заклинашки были, оказывается, у него фруктовые миксы, а? Если бы не моя бы вот эта вот зомбарюшка, ну, головы однозначно полетели бы здесь. А так у нас все получилось на высшем уровне. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.